Ребята, всем привет! В этом видео буду делать такую оснастку, как крылатый джиг. Для того, чтобы мне ее сделать, мне надо будет обыкновенная чебурашка 8-граммовая и любой прозрачный пластик. Я буду использовать кусок от прозрачного шифера. Также подойдет простая пластиковая бутылка. Его предварительно надо нагреть строительным феном, чтобы материал стал более толще. Строительного фена у меня пока нет, хочу приобрести в Алиэкспрессе. 11.11 стартует грандиозная распродажа. Можно его приобрести намного дешевле. Такой фен идет с плавной регулировкой температуры от 100 до 650 градусов. Вырежу ровную пластинку. Отмеряю длину на пластинке 3,5 см. Дальше я подберу монетку в диаметре 18-20 мм. Приставляю ее к этой линии. Провожу вокруг монетки. Далее я ставлю точку по центру. За 3 мм от края ставлю еще одну точку. Закерню эти точки. Сверлю сверлом 2 мм. Это отверстие рассверлю сверлом 4 мм. Теперь мне от 8-граммовой чебурашки надо снять примерно 1/3 свинца. Скобуны выбрасываю, она нам тоже пригодится. Так я снял свинца, фиксирую джиг-головку в зажимных пассатижах. Сверлю отверстием 4 мм. Отрезаю этот лепесток по краю. Остатки маркера убираю ватной палочкой. Так, теперь вставляю заклепку. Чебурашку. Смотрю так, чтобы она по центре была. Теперь заклепочником слегка прижму. Главное не перестараться, иначе этот грузик треснет пополам. Все, хватит. Сидит она крепко уже. Стержень заклепки откушу ножницами по металлу. Выступающую часть стержня убираю напильником. Беру скобу от чебурашки и разгибаю эти усики. Это так и оставляю. Дальше беру круглогубцы. И делаю колечко. Завожу в это отверстие. Слегка поджимаю. Примерно тут надо сделать небольшую канавку. Делать я ее буду сверлом 1 мм. Теперь напротив этой канавки мне надо сделать петельку. Вот такую. Круглогубцы ставлю начало канавки. И загибаю. И тут кончик выгибаю. И вот так, первый блин комом. Надо сначала было петельку сделать, потом
поставить точку, потом уже делать канавку. В этот раз проволоку от Чебурашки я полностью выровнял, ничего не отрезал, сделал как в прошлый раз. Пробую. Отлично. Теперь можно подровнять края. Вижу, этот левый бок немного завален. И оснастка полностью готова. Так, вес получился почти 8 грамм. Почти так же, как изначальная Чебурашка. Как монтировать такую оснастку? На двойнички. Кстати, классные двойники для прогонистых приманок. Так, немного разжимаю. Приманку надо монтировать так, чтобы примерно был сантиметр виден. Открываю. Завожу. Сюда цепляю карабинчик. Резину побольше я оснащаю с помощью заводного кольца. Тут вкручен штопор. От штопора идет застежка к тройнику. Для чего вообще надо такая оснастка, как крылатый джиг? Нужна она для того, чтобы создать дополнительное время при падении приманки. Особенно актуально по холодной воде и с водоемами с небольшой глубиной. Крылатый джиг также можно вести равномерной проводкой поверх воды в закоряженных местах. Весь инструмент, которым я пользовался в этом видео, я покупаю у проверенных продавцов на Алиэкспрессе. Кому интересно, ссылка будет на него в описании. Если видео по изготовлению такой оснастки, как крылатый джиг, вам понравилось, поддержите лайком. Спасибо большое всем за просмотр. Всем пока.